Здравствуйте, меня зовут Света, мне 22 года, живу в Минске, студент Института предпринимательской деятельности, получаю высшее образование, менеджер-экономист. Работаю в Минске мясокомбинат. Ну вот вы слышали, мы тут вели диалог, что вы можете сказать по этому вопросу о Минске, о вашем проекте? Вы знаете, я не подумала на это. Сейчас сходу можете что-нибудь? Тогда вы готовили именно творческий проект. Может, вы будете сейчас петь, танцевать? Я могу спеть. Ну, давайте. Буду любить я тебя вечно, в следующей жизни с тобой, может, я встречусь. И говорят, что разлука лечит, только разлука сама, и есть эта вечность. И говорят, что разлука лечит, только разлука сама, и есть эта вечность. Встречусь ли я с тобой, точно не знаю, хоть говорит мое сердце, что я с тобой встречусь. Только разлука, она штука такая. Спасибо.